тебя есть дети, родители, родня. Если ты проиграешь бой или, не дай бог, умрешь, нельзя, чтобы тебя хватились и начали искать. Это усложняет дела. Вы наверх? Найджел, не сейчас. Я не убиваю. Ломай кости, пускай кровь. Главное, чтобы было зрелищно. Но любить, как тот, кто не убивает по приказу, умрет по приказу. У нас уговор. Он ляжет в третьем раунде. Диспетчер сообщил адрес, то самое место, которое мы искали. Когда мы приехали, все были мертвы. Кроме одного. Полиция, замрите, пожалуйста. Я старший инспектор Кэтрин Китон. И с этого момента допрос веду я. Очень злой и громкий полковник Вон приедет забрать Броуди через 60 минут. Мне за это не платят. Стволы говорят со мной. Знаешь, что он говорит мне сейчас? Болтаешь с пистолетом? Покажись психиатру. Черт меня дери. Ну не буквально, ребята. Через мой отряд убийц он с одним дилдо не пойдет. Он только что именно это и сделал, если ты не заметил. Туше. Это мой мир. Сирена! Ты сам виноват. Сирена! Привет, красотка. Клуб Костер.